Десятки детей из разных городов Беларуси объединил Форт Боярд. На базе отдыха «Привал», что возле Гродно, разработали уникальную программу отдыха для школьников на период осенних каникул. Неделя непрерывного квеста, а еще мастер-классы, конкурсы и экскурсии по местам боевой славы. Подробности эксперимента у Натальи Петкевич. Покажите мне, кто из вашей команды самый меткий. Вот самому меткому я и отдам этот ключ. Конкурсы – спортивные и интеллектуальные задания, которые развивают логику и скорость мышления. В основе – концепция популярной игры «Форт Боярд». Проект экспериментальный и уникальный. В лагерях и на турбазах школьники обычно проводят летние каникулы. Эту программу опытные педагоги и профессиональные инструкторы по спорту и туризму разрабатывали специально для осени. Здесь десяток активностей с утра и до вечера, одинаковых нет. Мы бегаем, выполняем задания, получаем ключи. И завтра мы будем на эти ключи открывать сундук, в котором будет клад лежать. Мне больше всего запомнилось, как мы делали пиццу, делали зайцев и браслеты. Ездили в парк Джолибера. И смотрели всякие, где были военные действия. Практически весь день на свежем воздухе. База отдыха «Привал» находится за городом в живописных местах на берегу Немана. На много километров вокруг сосновый лес. Инфраструктура продумана до мелочей. Завтрак, обед, ужин, питание пятиразовое и тоже на природе, в отапливаемых беседках. Живут ребята в комфортных шале и бунгало. Селекторная связь с инструкторами, кондиционер, теплый пол и телевизор. Но на просмотр фильмов и передач время едва ли найдется. Все время мы и на экскурсии едем куда-то, образовательная программа, и просто можем поиграть, ходить там в баскетбол, в кольцо покидать, у костра песенки попеть. Вообще идеально. К встрече гостей на базе отдыха «Привал» начали готовиться еще с лета. Разрабатывали не только программу, мастерили и устанавливали даже специальный инвентарь. В топе уникальных активностей – всесезонная тюбинговая горка. Более полусотни метров драйва и веселья. До свидания, наши. Все очень быстро проходит. Потому что очень интересно. Появляется очень много друзей, какая-то своя компания, и очень весело. Тут очень интересная программа, хороший коллектив и вожатые. Короче, если вы приедете, вы не пожалеете точно. Развлекаясь, обучаясь и разгадывая головоломки, юные искатели приключений добывают заветные ключи, чтобы в финале недельного квеста открыть сундук с сокровищами. И да, это исключительно командная работа. С каждым днем прямо видно, насколько команда все больше сплочается, они находят какие-то общие интересные ходы для решения головоломок. Ну и в эстафете, как бы, прямо вот первый день, когда мы проводим эстафету, и уже на данный момент прямо время прохождение даже явно быстрее, потому как видно, что работа начинается командой. С детьми у нас работают специально подготовленные аниматоры, которые имеют профильное образование. Они уже не первый год работают с детьми и находятся с ними круглосуточно. И пока школьники отдыхают и набираются сил для очередной учебной четверти, организаторы базы отдыха «Привал» уже готовят новую программу для зимних каникул. Наталья Петкевич, Александр Бажуков. Наши новости. Гродненская область.